Спустя полвека волнение, как в первый раз. Валентина и Виктор Иванцовы отправляются в медовый месяц. На золотую свадьбу дочь подарила путевку на Кипр. После 50 лет совместной жизни на вопрос, в чем секрет долгого и счастливого брака, отвечают: главное – взаимопонимание. Валентина и Виктор стали семьей в 1971 году. Долгие годы жили и работали в Кобяйском Улусе. Виктор Семенович – полный кавалер ордена «Шахтерская слава». У Валентины Сергеевны знак «Трудовая слава» и статус почетного жителя Кобяйского Улуса. В Мирный переехали в 2008 году к детям. И все эти годы идут рука об руку. Когда любишь, все нипочем. И терпение приходит во время любви, и всякие там маленькие там обиды, все прощается, все понимается, все очень. Главное – любить. Вот любовь – это превыше всего. Точно говорят, любовь спасет мир. Не красота, а вот именно любовь. В день семьи в Мирном поздравили пары, прожившие вместе полвека. Помимо Иванцовых, это семья Натальи и Константина Тулиных. У них свой рецепт счастливой семейной жизни. Иногда нужно свое «я» прятать, а говорить «мы». И вот тогда мы, вот 50 лет, а мы все «мы». А если б якал чего-то там, ну, наверняка не так бы хорошо было. Нужно уважать друг друга, да, доверять друг другу. Вот это залог такого события, как случилось у нас. В день семьи в городском ЗАГСе поздравления принимали и молодожены. Свою судьбу решили связать Александр и Алина Мироненко. Молодые говорят, что влюбились в друг друга с первого взгляда. Наставление в день бракосочетания получили от пар с внушительным стажем семейной жизни и от руководителей района. Прежде всего, нужно поддерживать друг друга, доверять друг другу. И тогда, конечно, в семье будет взаимопонимание, поддержка, счастье, и вы проживете долго и счастливо. Я вам желаю прежде всего этого, жить в любви, взаимопонимании. Сегодня вот присутствуют у нас две пары, вам на них стоит равняться, брать с них пример. В Якутии с каждым годом увеличивается количество семейных пар, отмечающих золотую свадьбу. В 2021 году поздравления принимали 340 семей. Также в республике для супругов, проживших в браке 50 и более лет, учрежден знак «Семейная доблесть». Его в 2020 году получили 205 семей, а в 2021 – 240. Анна Винокурова, Александр Еремин, телеканал «Алмазный край».